Всем привет, это Ирина, и вы на YouTube-канале интернет-магазина Парик Бест. Сегодня на мне модель под названием Джамила Плюс, коллекция Hair Power, бренда Ленвилле, цвете Ginger. Вот это. Это какое-то очарование, это какая-то изысканность, это какой-то эпатаж. Если вы любите привлекать внимание, обязательно обратите внимание на эту модель и примерьте ее. Вы точно не останетесь равнодушны. Кто-то ее любит, кто-то обожает, кто-то никого она не оставляет равнодушным. Сразу покажу со всех сторон. Это огромный объем. Такого добиться в салоне очень-очень сложно. Сидеть нужно часа 6, чтобы вам накрутили вот такие кудри. Кстати, я его расчесала, и он более объемный. На самом деле кудри, они вот такие, посмотрите. То есть у них достаточно крутой завиток. Но если его расчесать, то это объем будет невероятно красивый. Есть у нее Lenilus Front. Вот она. Посмотрите, это тонкая прозрачная сеточка, имитирующая кожу головы и рост волос. Когда я ее поднимаю, вот ее видно, а когда опускаю, она полностью сливается с кожи головы, ее не видно, и вообще никто не поймет, что на вас парик. Поэтому мы можем полностью поднимать челку наверх, делать вот такой хвост, оставить вот такую небольшую прядку. Это будет выглядеть шикарно. Парик выполнен из облегченного синтетического волокна, имеющего эффект памяти, но... Оно не термостойкое, то есть его нельзя накручивать и выпрямлять. Я бы вообще не стала с ним ничего делать, потому что и так она великолепная прическа. Есть другие модели, которые термостойкие, можно накрутить, выпрямить. Но это же совсем другое. Зачем его выпрямлять, девочки? Поэтому очень здорово, что после того, как вы его помоете, она приобретет ту же форму, которая была. Мыть нужно в воде комнатной температуры со специальными средствами. Это шампунь и бальзам от бренда Ленвилле. Вот эти два средства обязательно нужны для того, чтобы сохранить парик как можно дольше. И он служил вам долгие-долгие годы. После этого повесьте на подставку, дайте высохнуть естественным путем. И так он высох. Вы можете его расчесать, тогда он приобретет вот такой объем. Но если его не расчесывать, то будут такие кудри, прям вот африканские настоящие кудри. Снимаю, покажу, как он сделан изнутри. Вот он главный элемент, который позволяет нам поднять челку наверх. Это называется Lenilus Front. Это тонкая прозрачная сеточка, имитирующая кожу головы и рост волос, и все волосы в нее вплетены вручную. Остальное кружево. А вот эта основная часть, это трессы, выполненные машинным способом. Они очень хорошо растягиваются, обхватывают голову, надежно фиксируя парик. Слева и справа находятся проушины, по ним мы центруем парик, чтобы он сидел ровно и правильно. Регулируется размер вот этими липучками от 54 до 58 размера. Показываю поближе этот цвет, это невероятный цвет. Девочки, этот цвет не очень яркий, но в то же время сама прическа будет привлекать внимание невероятно. Если вы любите, чтобы к вам все взоры стремились как один в вашу сторону, то, пожалуйста, примерьте этот парик. Ну и купите, естественно. Как я надеваю парик? Беру за липучки, дальше упираюсь головой в Lenilus Front, натягиваю на затылок. Буквально 1 секунда, и вы преобразились. Вот так я расправляю волосики, и вы преобразились, и вы просто принцесса. Королевишна! Если вы хотите приобрести эту модель, можете обращаться к консультантам вот по этому номеру WhatsApp. Девочки ответят вам максимально быстро, посоветуют, как оплатить, как доставить в другой регион. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ссылочка на эту модель будет в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Всем желаю отличного настроения, изысканных, ярких, фантастических дней, как этот парик.